400 пива. Без нее вам не узнать, что такое псов. Пробел от черепах, зайцев и сов. Что такое школа актива? Для вас это хорошая перспектива. Без нее вам не узнать, что такое псов. Пробел от черепах, зайцев и сов. 10 километров, мы шли до села, ты промокли полностью. Нужно было брать плавки. Также там приезжал музыкант Зит, и спит. Клёвый, зачётный тип, твой Паш, Лёша и Маша преподавали нам лекции без плача, креатив, социалка, реклама. Также была культурно-массовая программа. 15 факультетов с разных районов города приехали на школу, чтобы им это не стоило. Ролевые игры ожидали нас, мы считаем победили. Каждый из вас, ПФФ, ЕГАД, ПИСА, МИДФАК, ЭКОМОМИРИСТЫ, КОТУРЫ и СТФАК, ФТФ, АДФ, БГС, ЭБФ, МАТФАК, ФИЛФАК, МИД, ЮГФ. Что такое школа актива? Для вас это хорошая перспектива. Без нее вам не узнать, что такое псов. Пробел от черепах, зайцев и сов. Что такое школа актива? Для вас это хорошая перспектива. Без нее вам не узнать, что такое псов. Пробел от черепах, зайцев и сов. Еще у нас был менеджер проектный. 2 часа лекции пролетели незаметно. Павел подавал все четко и логично. Нам все понравилось, это было акустично. Мы смотрели фильм про мимику и жесты. Вдруг нам все про нас стало известно. Потом все вместе танцевали на сцене, зарабатывали баллы. Какая вот система. Часто ли вам приходится общаться со студентами? Практически на каждом концерте, когда я выхожу на сцену, у нас так или иначе происходит общение со студентами, потому что в основном аудитория групп типа нашей музыки – это студенты. Впечатление от нашей школы актива. Восторженные, знаете, вот как раз сегодня говорили о том, что какое-то чувство неги своеобразное. Что такое школа актива? Для вас это хорошая перспектива. Без нее вам не узнать, что такое псов. Пробелы черепах, зайцев и сов. Что такое школа актива? Для вас это хорошая перспектива. Без нее вам не узнать, что такое псов. Пробелы черепах, зайцев и сов.